Глава фонда биткоина Лев Классин недавно выступил на конференции TED Global в Танзании. Как цитирует BBC, Классин сказал, что многие люди в Африке приняли биткоин, несмотря на отсутствие банковского счета. Он также подчеркнул, что биткоин защищает сбережения от злоупотреблений со стороны правительства в отношении денежно-кредитной политики. С другой стороны, он также предупреждал людей о том, что им не следует вкладывать больше, чем они могут себе позволить, и признал, что биткоин еще не идеален для использования в качестве наличных денег, но может быть выбран как способ инвестирования, как цифровое золото. Классин также ответил критикам использования биткоина для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов и сказал, что биткоин не на 100% анонимный, но достаточно прозрачный.